Легкость, с которой Юлия Артемьева и Алексей Брюханов исполняют не только последние и не только поддержки, но и все остальные технические элементы, сейчас поражает воображение. Дело в том, что эти спортсмены катаются вместе всего несколько месяцев, но уже успели подготовиться к сезону, причем вошли в него раньше остальных. В августе выступали на контрольных прокатах сборной России среди юниоров, сейчас уже покажут свою произвольную программу на взрослом уровне и, мне кажется, отнюдь не затеряются. Тренерский штаб Павла Сысоренко – это великолепные специалисты. Помимо самого Павла, это еще и супруги Тюковы, это Егор Закроев, это Максим Болотин. Вот он сейчас улыбается больше остальных. Ну а это произвольная программа Артемьева и Брюханова под мелодией «Моби». Take us so far.
Послушайте сейчас поддержку зала. Обратите внимание, если так поддерживают мало знакомую пару в Москве, представляете, что будет твориться в Перми, при условии, конечно, что Юлия Артемьева и Алексей Брюханов получат один из этапов российского гран-при нынешнего сезона при домашней для тренерского штаба публике. Но в то же время, я думаю, что это обязательно должно произойти. Представьте себе, как будут поддерживать, к примеру, Камилу Валиеву в Казани или в той же Казани Евгению Тарасову с Владимиром Морозовым. Исмина Кадырова сейчас может сказать, и меня, конечно, тоже в Казани. Я же ведь тоже родом оттуда, на что ее нынешний партнер Валерий Колесов может возразить, но мы же катаемся и тренируемся в Санкт-Петербурге. Я родом из Питера. Вот выходящие уже сейчас на лед Карина Акопова и Никита Рахманин, конечно же, будут хотеть кататься в Сочи. Ну, а я еще раз обращу ваше внимание на вот эту совсем еще новую, но уже очень хорошо скатанную и очень мастеровитую пару. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, несмотря на то, что были некоторые технические, в первую очередь, недочеты во время этого произвольного проката, сумели зажечь зал, сумели увлечь своей постановкой переполненные трибуны Мегаспорта. И, конечно же, сейчас их очень хорошо запомнят зрители. Юлия Артемьева, Алексей Брюханов. Новый наш дуэт в парном катании в российском. Ребят, сегодня искал какие-то старые наработки из ваших старых пар и ничего не нашел. Все новое. Новые элементы, новые трюки, очень интересные находки. За Моби вообще отдельный респект и спасибище. Это один из моих любимых исполнителей. Ребят, расскажите, сколько вы вообще времени проводите на льду, чтобы разучивать такие сложные новые элементы? 3 часа в день. А в зале? 2. 2 часа в зале. По 5 часов вы работаете. Ну, буду вам желать работать по 6 и отпускаю вас отдыхать. Спасибо, ребят. Удачи в сезоне.